Смотрите, у меня вот такой вот прототип антенны для дальней связи в диапазоне 400 МГц, 70 см. Такая вот маленькая Ягер антенна. Сделал по чертежам. Приборчик для измерения КСВ, конечно, еще не пришел. Жду вот с Алиэкспресса, чтобы замерить, что она вообще себе представляет. Сделал чисто по чертежам, собрал. То есть пока еще даже не разборная. Вот, просто такая вот собранная фактически на коленке. Вот, потом это все сделаю, чтобы она могла собираться, компактно складывалась. Вообще легкая, удобная. Вот. Там, где нашел ее рецепт, написано, что с Эльбруса пробивала до Турции. Вот. Ну и вот, в принципе, в таком виде она проверена и действительно хорошо. Вот так вот. Вон там где-то находится группа, вон там он далеко, у озера. Вот. В принципе, стандартная антенна пробивает. Вот такая вот. Но вот это вот как будто бы работает значительно сильнее и бодрее. Вот. Провожу тест. Такие дела.